друзья. Открыла окно, у нас проветривается тут, видите. Хотела вам просто показать температуру. Смотрите, все затянуто. В принципе, солнце ярко не светит, а на улице почти ноль. Минус один. Вот такая теплота у нас в Сибири стоит. Непривычно как-то даже. Обычно примораживает очень хорошо. А тут нынче прям тепло-тепло. Вот снежок немножко пробросил. Привет! Ребята, привет! Витамины кушаете? Да. Да? Ой, мама сейчас тут яичница сгорит. Попросили у меня малыши яичницу. Сделала им. Сейчас остынет немножко. И греночки сейчас еще к чаю сделаю. Он кашляет, как все. Вот витаминов порезала им немножко. Тут еще два осталось. Думаю, ладно, потом дорежем. Кушайте, кушайте. Слава богу, они у меня хотя бы кушают перец хорошо. Болгарский вот этот сладкий. В болгарском перце, оказывается, очень много витамина С. Они в каких-то лимонах, апельсинах, оказывается, такого количества нету. Наверное, сегодня будем борщ готовить или щи. Посмотрим. Сейчас еще пока что ничего не готовила. Вот ребята выпросили греночки. Дима хочет сладкие, остальные хотят соленые. Так что посмотрим. Ну ты что об себя-то вытираешься, Ваня? Ну есть же полотенчика, не надо так делать. Ладно? Вчера, кстати, купили вот такие вот наушники для монтажа. Да, твое. Взяли там самые недорогие. Они, правда, игровые, но нам сказали, что игровые, они хорошо звук слышат. Поэтому их взяли. Смотрели Sony сначала, но мужчина-продавец не порекомендовал их. Сказал, вот игровые очень хорошо по звукам у них. Ну как, слышат они хорошо. Они же как бы там для трансляций, наверное, игровых каких-нибудь тоже. В общем, потому что у меня сломались. А дома, если сильно шумно, я вообще монтировать не могу. Ни я, ни Саша. Поэтому монтировали вчера уже в наушниках. Очень классно. На данный момент мы еще кашляем. Температура, слава богу, у Саньки больше не поднималась. Один раз поднялась, не знаю, что это было. Глазки прошли сразу же. Знаете, чем помазала? Вот, тетрациклиновую мазь. Всегда лежит в холодильнике у меня. Я вот помазала один раз, и все. Все прошло сразу. Глазки гноились. Ну, на фоне простудного, видать. ОРВИ или что там. Вот один раз помазала, и все прошло. Между прочим, если вы не можете заложить тетрациклиновую мазь в глазки ребенку, можно просто на палец его нанести. И прям просто глазки берете вот так вот, Сань, дай покажу. Вот так вот промазываете, и все, этого достаточно. Я прям так и сделала. Он тоже не дает мне закладывать мазь туда. Поэтому просто помажьте ему вот эти все реснички, все хорошенечко, и все, и пусть спит. Это кого мне здесь принесли, а? Чиполлино, девочку? Чиполлино ты сегодня? Одели платьюшко. Хвостик на голове, скажи мне, сделали, иначе у нее челка сильно в глаза. Я Саше говорю, давай обстригем. Но вот он почему-то не хочет, чтобы у нее челочка была. Говорит, давай, пусть отращивается. Ну, сделали вот. Вчера резиночки из Китая пришли. Маленькие, специально заказывала их, потому что у девчонок очень они большие, длинные. А вот эти хорошенькие, такие малюсенькие. Ребят, хотела еще показать вам, смотрите, что мы купили. Алифрин. Мы им уже практически избрызгали вот всю вот эту баночку, маленькая осталась. Помните, я вам говорила, что нам порекомендовали масло персиковое, мы уже выяснили. Короче, оно очень щипит. Прям щипит носик вообще ребятишкам сильно. И отзывы по нему такие же. А нам порекомендовали в аптеке вот такое вот средство для слизистой оболочки носа. Вот, содержит гиалуроновую кислоту и эфирное масло лимона. Лимончиком немножко пахнет. Это вот, знаете, пересыхает носоглотка. Если да, то ребенок тоже закашливается очень сильно. А вот этот спрей, он как бы защищает вот эту слизистую вот от таких вот пересыханий всяких. Очень классная штука. И это вам не капли просто, чтобы там сосудосуживающие, да, набрызгали. И красота. Я вот своим ребятишкам прям делаю. Они так не закашливаются у меня. И себе сейчас тоже делаю, потому что тоже носоглотка загорела уже. Ну, чувствую, что заболеваю. На улице где-то сейчас 0-1. Такая температура. И пробрасывает немного снег. Видно, что что-то с давлением. Опять атмосферно, потому что я очень сильно ощущаю на себе. Такая тяжесть, знаете, в голове. Упал бы и лежал. Ну нет, пойдемте посмотрим, что там мальчики делают. Подышу, я думаю, может, мне полегче будет. Свежим воздухом. Ну и хорошо, что сильно не видно, что вам.
Чего, говорит, ничего не видно? Ну, вот Саша сейчас там снял дверь. Вот эта, которая у нас стояла временно, чтобы просто ребятишки не лазили туда, мы закрывали. Ну, а сейчас готовит он вот этот весь проем. Вот там, смотрю, что-то поставил, чтобы дверь, ну, сделать уже. Да, получается, порог Саша здесь делает. Вот еще хотела показать, что он тут сделал. Он все почистил. Посмотрите, какая теперь у нас тут чистота. Доски пока, конечно, здесь находятся. Мы вот здесь вот потолок весь засыпали. Нам, в принципе, там хватило. Ну, теперь вот здесь вот ждем. Как опилки там у них появятся, так они нам привезут. Ну, не опилки, а это стружка. И еще нужно будет закрыть вот эту часть, потому что холодно, конечно, будет из-за вот этого всего. Все закрыть и тоже засыпать все опилками. Труба тут уже стоит. А, еще нужно будет вот эти воздуховоды запенить. Или как Саша, может, закроет их, не знаю. Посмотрим потом. Ну, в смысле, это утеплитель? Да. Я помню, вы так с тобой там делали. В кабинете в твоем прокладывали. Под низ. Видать, чтобы не промерзало. Ну, уже сверху этот брус встанет у нас. Ага, встанет. Долбливать надо, да? О, зато плотничком будет. Сказала вам, что все засыпано, да? Оказывается, вот здесь вот немножко не хватило. Почему-то я подумала, что все хватило, потому что Саша их очень так, знаете, утрамбовывал. Ну, вы видели. И вот здесь нужно будет еще досыпать немножко. Смотрите, река наша вот эта вот уже замерзла, да? А ангара еще нет. Еще, наверное, не скоро. Ай, Саша там что-то делает. Красота. Смотрите, какие болты большие. Нужно туда вогнать. Ого-го, они еще не хотят заходить сюда. Потеряли. Что ищете? Что ищете? Адик. Вороток. Вороток? Еще с руками проще, чем эта штука. У перфоратора срабатывает защита. Отключается. Не может провернуть. Приходится вручную. Смотрите, друзья, какие клини. Оказывается, они тоже нужны. Сейчас все обдерем. Весь скотч там или пленка, не знаю, защитный. Не знаю, может быть, снежинку здесь сделать? Ага, меч, складенец. Смотрите, какая сверху. Это только сверху, с верхнего замка. Еще есть с нижнего. Еще, правда, их тоже не видела. Класс. Сейчас, видишь, папе надо открыть, там пакет этот застрял. Как его? Там подложки всякие лежат. А что, белое? Защитные. Внутри-то белое. Не знаю. А, в общем, короче, друзья, надо дверь снимать. Саш, тебе помочь? Собственно, как я ее помогу снять? Вот тяжеленная, а? Аккуратно не поднимай ее. Потому что нужно сначала установить вот эту железную штуку туда. О, смотри. Ух ты, там смазки сколько в петлях. Много. О, идеально почти. Вот там какая-то, правда, щель образовалась. А, ну это, наверное, сейчас просто выровняться сейчас. Там пеной все заделаем. Саша купил, видать, вот эту пену для дверей. И вот такие ключи идут еще в один замок. Всякие. Все закрывающие элементы. Батарейки сели все-таки. Я вам что-то забыла показать совсем. А, мой подарок же. Вот он. Саша мне подарил
на день рождения. Ну и день матери там рядом, можно сказать. Вот такой вот штатив. Я о нем давно мечтала. Хороший достаточно. И он оп, высокий. Я потом как-нибудь его разложу. Сейчас не буду, но вы увидите еще. Ручка есть, чехол есть. Перевозить, переносить можно будет. В общем, вот такой вот. Тут есть уровни. В общем, такой вот подарок у меня на день рождения. Классный. А что тут разные, Слава, ключи? Ты видишь, какой большой замок? Вот этот вот. Здесь чуть меньше. Самый крутой. И у него есть вот такие ключи, смотри. Их тут много. Видишь? Там еще вторые и третьи. Поменьше, поменьше. О, что, кончился? Шипит. Быстро. А что он так быстро кончился? Или он уже был, наверное, не полный? Саша сейчас запенивает. Я сбегала, Алису уложила спать. Да посмотрела, что там ребята делают. Подружка пришла к Лизе. Сидят, играют. Ну, пускай. Тихонечко там посидят. Я сейчас тоже пойду домой. Села камера, поэтому я сейчас взяла другую. Может быть, качество отличаться будет или звук. В общем, маленько не хватило пены. У нас Саша говорит, надо ехать. Вот сюда смотрите, видите? Немножко. Саша поехал в магазин стройматериалов, где вот он работает. Сейчас в отпуске, правда. А, за пеной. Ну, там, может, что еще не хватило докупить. Так что я пойду пока домой поправляюсь своими делами, потом выйду немножко еще поснимаю. Ну все, Саша вернулся. Допенили мы тут весь проем. И батарейки еще купил хотя бы. Чтобы вот эта вот штучка не моргала без конца. А то никак не померить уровень. Очень, кстати, хороший лазерный уровень. Особенно, когда строишь. Красота вообще. Или картину надо повесить, или еще что-нибудь. Всегда выручает. И тут пена так вышла. Потом подрежем все это. Смотрите, там еще такие заглушечки. Вот так вот все закрывается. Потом тут мы все почистим. Пена вылезла, потому что плохо расширяется. И Саша ее очень много залил туда. Потому что прохладно на улице. Но, а нужно очень хорошо, чтобы все, пена везде попала. Значит, там будут пустоты. Как это закончится? Ну, потом подрежем все это. Очистится. Очистится, ну. Лишь бы все было герметично. Ну все, друзья, настал финальный этап. Ставим двери. Мальчишек позвать, нет? Саш? Да. Ну, сейчас мальчики выйдут и оденем наконец-то дверь. А так она, конечно, очень тяжелая. 90 килограмм, по-моему, все вместе было. Но я не знаю сейчас. Десятка-то, наверное, спала на этот проем. Все заклеили, все в скотче, в каких-то наклейках. Замучились отдирать. Идут помощники. Подождите, подождите, Миша идет. Сейчас ее главное надеть на петли.
ножка еще. Сюда, маленько. На месте. Все, ура. Слава богу. Справились. Папа, а ты захлопнул, как мы сейчас будем туда заходить? Ручка еще снята. Пока не надо туда заходить. Вот сейчас так стоял, да? И пена встала. Пена, да. Не ломай, Слава. Да Слава, зачем? Да мы для поделок оставим. Положи, не надо ломать. Сейчас школу поделки надо будет, а вы ломаете. Сломали вон уже одну. Вот так вот смотрится дверь. Смотрите, здесь типа как зеркало, не зеркало. Ну, это вообще окно, конечно. Просто, видите, смс-ки у меня там идут. Это просто стеклопакет. Ну вот, Саша говорит, больше ничего делать не будем, потому что вот эта пена должна засохнуть, подсохнуть, встать, как они там ее называют еще, чтобы ее сейчас не тревожить и дверь туда-сюда не дергать. Так что уже потом ручку здесь прикрутят, все эти закрывалки останется. Ну, очень классно смотрится, мне так нравится. Прелесть вообще. Красота. Я прям влюбилась в эту дверь, когда ее увидела в магазине. С этой стороны вот так смотрится. Пока, конечно, пена тут везде торчит, но потом все это уберется. Ой, сегодня, так как теплая погода, Саша говорит, надо еще трубу, значит, в утеплитель запихать и вот туда ее впихнуть. Ну, помните, мы вот здесь вот все прокапывали? Там есть труба, заготовка, в которую еще одна труба пойдет вот в утеплитель. Поэтому пока тепло, нужно это сделать. Наконец-то трубу. Зашли сейчас с Надюшкой тут погреться, потому что уже ну, холодно. Ребята ушли домой, а Саша остался, ручки там прикручивает. Вот, сейчас немножко с вами посмотрим. Так что спасибо, что зашли к нам на наше видео. Встретимся уже с вами в завтрашнем влоге. Всем удачи, здоровья вам, терпения в семьях, любви, Божьих благословений. И пока-пока всем. Пока всем.